Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и ученого Гани Калиева. В телеграмме, направленной его близким, говорится, что Гани Алимулло направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом парламента и председателем партии АОЛ, принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства.